Привет моим девочкам, гостям моего канала. Я хочу поздравить в первую очередь вас с праздниками, с Новым годом, с Рождеством Христовым и пожелать вам всего самого-самого лучшего и доброго. И в этом видео я хочу поделиться с вами подарками, которые я собрала для своих родных и близких, просто хороших знакомых. Но в этом видео не будет детских подарков, это будет следующее отдельное видео, потому что дети это что-то иное, поэтому хочу их чуть-чуть отделить и более подробно рассказать о детских подарках. А сейчас приступим ко взрослым. Здесь подарки для мужчин, для женщин, для мам и просто подростков. В этом году я не особо оригинальна, что касается подарков для мужчин. Поэтому мой муж получает в подарок парфюмированную воду от компании LR. Это очень-очень древесный запах, такой жесткий. Мой супруг любит такие запахи. Поэтому, когда я была на работе и услышала его, я поняла, что это запах для моего супруга. Брату я тоже решила подарить парфюм. Для него никогда не бывает мало парфюмов, он у меня любит такие вещи. Поэтому, я же говорю, оригинальности нету, но зато 100% попадание. Так как это для близких, я знаю запахи своих мужчин. Вот, я думаю, что понравится. Это Сингапур, тоже от компании LR. Также для, можно сказать, зятя я выбрала тоже не особо оригинальный подарок в магазине Watsons. Тут гель для душа и бальзам после бритья в такой подарочной упаковке. Ничего особенного, но просто знак внимания. Это все подарки для мужчин, которые я буду дарить. Мне просто больше некому дарить, кроме своего сына, но это же я уже говорила, отдельное видео. А теперь поехали, будет гораздо интереснее к девочкам. Для девочек подарки, конечно, поинтересней. Будет расческа Tangle Teaser, одна в черно-золотом цвете, такая компактная, с крышечкой для сумочки. И вторая расческа, я уже, в принципе, ее показывала в своих видео, это расческа, которая поедет в Беларусь для моей подписчицы, которая ведет мою группу ВКонтакте. Вот, это, наверное, единственная такая вещь, которая не совсем для близкого человека. Это, в принципе, расчесочки для девочек, подростков. Вот. Также у меня есть подарок, я, кстати, себе, это парфюмированная вода, такая же, как у супруга, только женская. Я себе такую же купила, и купила такую же тоже для близкой девочки, для подруги. Это такой пудровый аромат, и так как она мне близка, и тоже я знаю, что у нас вкусы в парфюмерии сходятся, то ей он тоже понравится. Дальше. Тоже парфюмированная вода, по-моему, правда, никакой оригинальности, но дальше будет интересней. Тоже парфюмированная вода, это Лос-Анджелес. Неплохой запах, и тоже знаю, кому дарю, и знаю, что эта девочка этот запах просила. Поэтому я просто выполняю, можно сказать, желание. А тут у меня есть такое интересное, это для совсем молоденькой девочки, можно сказать, даже не девушки, а действительно девочки. Это вот такие вот шпильки, цветочки, розочка и даже не знаю, что это за цветок, напишите мне в комментарии, девочки, я не знаю. Это я заказала у девочки ВКонтакте, тоже ручная работа, но что мне понравилось, что эти цветы как живые. Вкалываете волосы и выглядит не как искусственный цветок на голове, а как настоящий. Я не знаю, из какого материала сделано, но очень реалистично. Поэтому этой девочке, я думаю, что будет летом что носить, закалывать волосики, я думаю, понравится. Ну, может быть, все-таки, надеюсь, они полетят отдыхать, и тогда она уже использует эти цветы в отпуске. Так как мы уже пошли, можно сказать, не дети и не взрослые, то подросткам еще понравятся такие блокноты. Именно маленькие, розовенькие, мягенькие и вот такие вот красивенькие.
Это тоже девочка с контакта. Такие блокноты можно дарить подросткам, как я и говорю, вроде не взрослый и не ребенок, а уже вот свои записи можно вести и красивенько. Тут вот такая сова, здесь тоже сова. Вот, ну, в общем, очень классный подарок, мне кажется, для подростка. И сейчас хочу вам показать еще элементарный тоже подарок, который подойдет, наверное, всем, особенно женщинам. Это сертификаты в Брокарт и в Литуаль. Цены могут быть разные. У меня здесь на 800 гривен и здесь, по-моему, на 500 гривен. Сейчас, конечно, такие цены, что на эту сумму особо ничего такого не купишь, парфюм не купишь, но какие-нибудь такие для ванны или, может быть, для губ, какие-нибудь штучки все-таки можно приобрести. Также я хочу вам показать, что в коробочках, но прежде чем покажу, что в коробочках, хочу сказать, что такие коробки можно не покупать готовые, а сделать самим. Ну как сделать? Я купила все эти коробки в Эпицентре. Они были в сложенном виде, в сложенном варианте. Размеры там указаны. И когда я купила, распаковала эту коробочку, я поняла, что внутри пусто, и класть туда подарки на просто пустой, на пустое дно, на пустой картон как-то не камильфо. Поэтому я поехала в магазин и купила вот такую вот мишуру. Это из какой-то бумаги, она продается просто разноцветных оттенков, так как у меня коробка такая белая с фиолетовым, то я, естественно, приобрела фиолетовую мишуру, а для коробок с розовым, то у меня идет розовая мишура, хотя, в принципе, это не принципиально. Так вот, к чему я веду. Вы сами можете наполнить эту коробку чем захотите. В данный момент я, например, клала такие безделушки, но приятные и нужные. Это крем для рук, можно положить. Также бальзам для губ. Тем более такие варианты, они подходят как для подростков девушек, так и для женщин, девушек постарше, вообще на все возраста. Особенно зимой нам требуются бальзамы для губ, особенно на ночь. Когда мы губы не красим, днем тоже. Так вот, также такого пингвина, это бомбочка для ванны, которая просто приятность, но очень неплохая. Это я купила в Ватсенсе. Это также можно просто подарить. Уже есть в картонной упаковке, и это красиво, как на подарок. Это тоже можно дарить отдельно, просто как знак внимания. А можно это все положить в коробочку и сформировать подарок самим. А сейчас я вам расскажу, что находится в этих коробочках. Это для близких нам людей. Коробочки это для родственников. Тут у меня крем для рук. Так как для родственников, я уже знаю ароматы, поэтому это у нас парфюм Санторини. Очень приятный аромат, такой легкий. И баночка с икрой. Баночка с икрой отсвечивает. Она идет в наборе в каждой коробочке. То есть мы отправляем всем родственникам. Следующая коробочка, также баночка с икрой. Вот. Бомбочка. Поменьше и побольше. С пингвинчиком, симпатичненькая такая. Крем для рук. Точно так же. Это такие, знаете, мелочи, приятности. Так, и бальзам для губ. Очень вкусно пахнет. Вот такой вот. Следующая коробочка. Здесь также баночка с икрой. Дальше маленькая баночка с конфетами. Также здесь колье. Вот такое. И платье. Это платье с ателье.
Я не буду говорить для кого, но это для родственников. Вот, я также привязала ленточкой, и я думаю, что понравится такой подарок. Также в следующей коробочке у меня здесь также баночка с икрой, также крем для рук, вот, и шоколадка. Это все просто как знаки внимания, понятное дело. Ну, а все остальное вы уже видели. Вот такие вот у меня подарки. Надеюсь, в этом видео вы почерпнули для себя полезную информацию. Если это так, конечно же, напишите мне в комментариях, какая идея вам больше всего понравилась. Ставьте пальчики вверх, если видео понравилось, если оно было вам полезным. Также подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Следующее видео будет о детских подарках, кому интересно, так что ждите. Инстаграм, Перископ, Контакт, не забываем. Мне очень нравится с вами общаться. До новых видео, пока!